Мангыстауской области на опреснительном заводе «Каспий» запустили новую установку по производству питьевой воды. Ее мощность 5000 кубометров. Остальное оборудование введут в эксплуатацию к концу лета. Таким образом, предприятие удвоит свои мощности и будет вырабатывать для региона не 20, а 40 тысяч кубометров воды в сутки. Модернизация завода проводится по поручению главы государства, чтобы устранить дефицит питьевой воды, говорит руководитель предприятия Нурлыбай Акулов. До конца недели мы планируем подать дополнительно 5000 кубометров воды в Мунайлинский район и город Актау. В целом наши основные потребители – жители Мунайлинского, Каракьянского районов. С июля мы поставляем воду и на территорию Актау. Сейчас завод работает в штатном режиме, стабильно обеспечивая подачу питьевой воды.